Программа «Активное долголетие» она реализована в рамках национального проекта «Демография» и регионального партийного проекта «Старшее поколение». Реализуется она на территории Московской области с 1 июля. Главная задача этого проекта, чтобы наши граждане пенсионного возраста как можно дольше продолжали активную жизнь. 10 активностей – это те направления, по которым могут заниматься, еще раз говорю, обращаю внимание, бесплатно наши уважаемые пенсионеры. Это скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика, танцы, пение, экскурсионное обслуживание, различные виды творчества. Ну и ряд других. Информация о всех мероприятиях, которые проводятся в рамках этого проекта, проекта называется «Долголетие в Подмосковье», размещен на сайте управления нашего, на сайте учреждения, либо в мобильном приложении социальных услуг. Очень удобно, вот это для пользования граждан. Не нужно, нет необходимости никуда звонить. Необходимо установить это мобильное приложение социальных услуг у себя в мобильном телефоне и заходить периодически в это приложение и интересоваться, что проводится и в какие дни, и в какие часы на базе этого учреждения, комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.